мужа, когда он заказывал самые дорогие подарки, он нам приносит, а родители не хочет этого делать. Увидеть его. Там под Новый год он у нас там оставлял следы белые. И оставлял фейерверк на окно. Может быть, что он дарит подарки, то что происходит чудо. Он приносит подарки. Ну, то, что если не показывать письмо маме, то Дед Мороз подарит подарок. Поставить камеру. Не настоящего. Борода сью снимается. Настоящий Дед Мороз знает, что такое Новый год, он знает, как зажигать елку. Хохотом. Он будет добрым. У него борода не приклеена. Не настоящий, просто будет, его можно потянуть за бороду, и борода упадет. А настоящий, его будет целая борода, и он может исполнять желание. Где он живет? Я бы спросила, как его дела. Сколько ему лет? Сколько бы ему лет? Как тебе работать? Не сложно ли это? Ты настоящий или нет? Печенька и молоко. Новые сани. Чтобы дети были рады. Хорошее настроение. Вертолет. Глобус. Я и пожелал там глобус ему. Хорошее настроение. Хорошего нового года.